Утром на праздничный митинг пришли студенты, сотрудники и почетные гости. Но все внимание приковано к правнуку изобретателя, инженеру в четвертом поколении, президенту фонда «Шуховская башня» Владимиру Федоровичу Шухову. Последний раз с визитом технологи он был 7 лет назад. Вот этот дух студенческий, который очень редко сейчас бывает вот в московских вузах, например, в столичных вузах, здесь, в Белгороде, он присутствует полностью. Со сцены звучат поздравления и слова благодарности. Награждают победителей конкурса «Великий русский инженер» Владимир Григорьевич Шухов. Номинации охватили практически все сферы его деятельности. Представлены макеты изобретений, научные исследования, литературные и музыкальные произведения, публикации в СМИ. Очень приятно то, что очень широкий был спектр представленных работ и людей со всей нашей области. Выбрать было очень тяжело. Работы все замечательные, каждая талантлива по-своему. И конкурсной комиссии пришлось достаточно трудно. В номинации «Инженер. Профессия творческая» первое место занял фильм, созданный коллективом пресс-службы технолога. Они несколько месяцев вели кропотливую работу. Детально изучали факты биографии, посещали памятные места, общались с правнуком изобретателя. Вот в рамках этого 10-минутного фильма невозможно было показать всю сферу деятельности Шухова. Но надеюсь, что пробудить интерес к его личности, к его работам нам удалось. Уже на пресс-конференции Владимир Шухов отмечает, в регионах куда сильнее хранят память и научное наследие его прадеда. Касается и уже наболевшей темы – реставрация Шуховской башни. Процесс требует немалых вложений и пока не сдвинулся с мертвой точки. Но главные задачи, говорит Владимир Шухов, все же другие. Сделать инженерные специальности популярнее, а заодно вывести российскую науку на новый уровень. Наталья Рединская, Артем Антонов, «Вести Белгород».